Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что у нее вызывает беспокойство темп реформ в Украине, а также то, как проходит борьба с коррупцией в стране. «Я обеспокоена тем медленным прогрессом, который демонстрирует Украина в улучшении государственного управления, в борьбе с коррупцией и в уменьшении влияния корыстных интересов на политику. При отсутствии заметных усилий придать новый толчок реформам в управлении государством и борьбе с коррупцией, сложно представить, что поддерживаемая МВФ программа будет продолжаться и в дальнейшем, и будет успешной». Она отметила, что Украина рискует вернуться к практике неудачных экономических шагов, которых и так хватало в ее недавней истории. В связи с этим Лагард призвала киевские власти вернуть Украину на обнадеживающий путь реформ. Добавим, что это не первый тревожный сигнал для нового украинского режима. Ранее Кристин Лагард уже высказывала подобные мысли. Весьма вероятно, что очередное разочарование политикой властей Украины, скорее всего, приведет к прекращению выдачи валютных кредитов.